У жителей Хакасии появилась уникальная возможность увидеть экспонаты Красноярского художественного музея имени Сурикова. Шедевры живописи выставлены в Республиканском музейно-культурном центре. В экспозиции полсотни работ мастеров 18-го, начала 20 веков. Жанры, портреты, пейзаж, в том числе зарисовки сибирской природы. Все картины написаны маслом. Авторы – художники-классики. Сергеев, Коровин, Шишкин, Каратанов и, конечно, Василий Суриков. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения творца. Всего в фонде Красноярского художественного музея более 800 картин именно периода 18-19 веков. Часть из них теперь увидят в Хакасии. Отметим, что сегодняшняя экспозиция уже не первая, привезенная к нам из Красноярска. Однако прежде авторами выставляемых работ выступали художники-современники. Эта выставка будет интересна абсолютно всем категориям. И детям, школьникам, и взрослым, и уже людям старшего возраста, и молодежи. Потому что это тот редкий случай, когда в Абакане можно увидеть классические работы очень-очень высокого художественного уровня.